Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, не про нас. Мы никогда не обходим гору, не обходим ее по-нормальному, а всегда карабкаемся какими-то дебрями. И не всегда эти дебри приводят нас туда, куда надо. В данном случае, в принципе, неплохой вариант сэкономить часа пол. Ну и так здоровски подготовиться к какому-нибудь нормативу, да и просто прокачать себя. Потому что подъем крутой, мягко сказано, культурно. Десять минут крутого подъема по этой дороге. Такое ощущение, что с меня уже вышло все, что я выпил утром. А это только начало. Но нашел здесь поселение древнего человека и следы его жизнедеятельности. Поэтому мы в историческом месте на самом-то деле. Да-да. Видно, что здесь ранее жил какой-то древний человек. И вот оставил такие следы жизнедеятельности за собой, как наскальная живопись и упаковка от углей для костра. Ну а мы посидим, отдохнем и поползем обратно вверх туда. Самый верх.